Самый долгожданный продукт года от Сбера. Так эксперты окрестили новую кредитную Сберкарту. Среди ее преимуществ – беспроцентный период, 120 дней и бесплатное обслуживание. Одними из первых с новинкой познакомились журналисты нашего телеканала. Тверичанка Любовь Иванова кредитными картами пользуется регулярно. Иногда своих доходов не хватает для дорогостоящих покупок, иногда копить просто нет времени. В этих случаях на помощь приходят кредитки. А когда Любовь узнала о новой Сберкарте от Сбербанка, не задумываясь, решила оформить ее. Узнала про предложение Сбербанка о беспроцентной кредитной карте на 120 дней. Мне для совершения покупок это очень необходимо. Предложение мне понравилось, и я решила оформить эту карту. Новый продукт от Сбера оказался настолько впечатляющим, что эксперты аналитической и консалтинговой компании Frank RG назвали кредитную Сберкарту самой выгодной кредитной картой с длинным беспроцентным периодом. Он составляет 120 дней. Начиная с первого числа каждого месяца вы делаете покупки, а накопленный за месяц долг возвращаете за 3 следующих месяца. Беспроцентный период действует на любые покупки в магазинах и в интернете, но не распространяется на снятие и переводы денежных средств. Важно также помнить о необходимости вносить ежемесячный платеж 3% от основной суммы задолженности. Так банк понимает, что вы платежеспособны. При этом речь идет не о дополнительной плате, а о погашении части долга. Для Сбера очень важно было создать кредитный продукт с максимально прозрачными условиями, понятными для клиента и простыми в использовании. Наше новое предложение позволяет клиентам выгодно пользоваться деньгами банка, получать бонусы за покупки. За покупки у партнеров банка бонусами Сберспасибо вернут до 30% от потраченной суммы. Потом ими можно будет оплатить доставку еды, электронные книги, подписку на музыку, сериалы и многое другое. Если вы не успели погасить кредит в беспроцентный период, не расстраивайтесь. У этой карты рекордно низкая ставка – 9,8% на покупки в категории здоровья и онлайн-оплату в Сбермегамаркете. Ставка на остальные операции – 17,9%. Вы можете максимально выгодно совершать покупки, ведь здоровье на сегодняшний день – это самое важное для нас. Добавим, что обслуживание карты полностью бесплатно. То же самое касается и СМС, и пуш-уведомлений. Оформить Сберкарту можно онлайн в приложении Сбербанка, а начать пользоваться сразу же, не дожидаясь выпуска пластика. В остальных случаях можно зайти в ближайший офис банка с паспортом.